1 апреля в 14-й школе станицы Меретинская традиционно проводится экологический праздник «День птиц». К нему ребята готовятся заранее, рисуют плакаты, мастерят скворечники для пернатых гостей. Вы видите, что у нас находится много скворечников, которые вы изготовили на прошлой неделе. И сегодня мы подведем итоги конкурса «Скворечник для птиц», а также окажем помощь нашим пернатым, развесим искусственные гнездовья, чтобы они успешно заселились в этих домиках. Разрешите вас поздравить с праздником. Посмотрел я на ваши работы, проделано много скворечников изготовлено. Сейчас будет, вы сами их оцените, затем мы посмотрим и будем подводить итоги. Сотрудники Горячеключевского лесничества объяснили ребятам, как закрепить скворечники так, чтобы не наносить вред деревьям. Домики для птиц ребята развесили на территории школьного двора и сельского парка. Я сделал скворечник с папой. Он голубого цвета, чтобы птицы видели. Мы по биологии сейчас изучаем как раз охрану птиц и как мы делаем скворечники. Диаметр отверстия должен быть 3 сантиметра. Скворцы очень полезные птицы. Они уничтожают вредных вредителей насекомых, которые уничтожают урожай. Я первый раз участвую. Участвовала моя сестра очень много раз. Мне понравилось делать скворечники. В следующем году я сделаю еще один. Все сделанные школьниками скворечники участвовали в специальном конкурсе. Старались все, но победили лучшие работы. На первом месте оказалось сразу 4 человека. Михаил Ковальчук, Анастасия Орлова, Денис Симонов и Кирилл Сайко. Всего в ходе экологической акции в станице появилось более 20 скворечников, которые ожидают пернатых хозяев.